Добрый день, друзья мои! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Спицы, крючок и фантазия». Сегодня мы с вами будем вязать такой вот чепчик вот к таким вот пинеткам. Ссылку на мастер-класс по пинеткам-зайчикам я напишу в инфобоксе. Значит, пинетки-зайчики замечательные, пушистые, мягкие, красивые. Конечно, к ним требовался обязательный чепчик, который будет тоже с ушками. И мы такой чепчик сегодня в нашем мастер-классе с вами свяжем. Чепчик, как всегда, бесшовный абсолютно. Вот посмотрите. Это внутренняя сторона. Вот эти места соединения, они абсолютно мягкие. Никаких швов, никаких грубых соединений. Аккуратная обработка низа чепчика. С помощью айкорда, завязки, связанные с помощью айкорда. Что нам необходимо для вязания нашего чепчика? Пряжа Alize Lana Gold 800, 3 сложения, плюс Alize Real еще одно сложение, спицы номер 3,5 и 4. И вот такие вот маленькие спицы для вязания ушек с 40 сантиметров леской. Один маркер, ножницы. Итак, на спице номер 3,5 я наберу обычным способом 74 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 71, 72, 73, 74 петли. Это расчетные мои. И для того, чтобы была симметрия, 75 петель. Все. Первый ряд. Начинаю вязать резинку 1 на 1. Первую петлю снимаю. Последнюю кромочную провязываю всегда изнаночной. И начинаю вязать с лицевой петли. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Так мы будем вязать до конца ряда и вяжем резинку высотой 3 сантиметра. Я провязала 3 сантиметра. Вот. Значит, у меня получилось 7 рядов. Теперь я перехожу на спицы номер 4 и буду вязать платочной вязкой. По лицу я буду вязать лицевыми петлями, по изнанке я буду вязать тоже лицевыми петлями. Мы будем вязать на высоту, общую высоту от начала резинки, на высоту 13-14 сантиметров. Чем глубже вы хотите, чтобы сидел чепчик, это чепчик зимний, поэтому он должен глубоко сидеть. Вот. Поэтому 13-14 сантиметров от начала резинки вяжем платочной вязкой. Итак, я связала чепчик на высоту 13, даже мне чуть больше, 13,5 сантиметров. Теперь я буду делать формирование макушки, то есть я буду вязать среднюю часть и присоединять по одной петле в каждом ряду от боковых частей. Я разделила все полотно на три части. У меня 75 петель. Я разделила их двумя маркерами по 25 петель в каждой части. Теперь я буду вязать платочной вязкой до второго маркера лицевыми петлями по лицу. Я вяжу по лицу лицевыми петлями. Итак, я вяжу, значит, до первого маркера я довязываю, маркер перекидываю и вяжу лицевыми петлями до второго маркера. Вот.
Шапка получается очень такая толстая, чепчик в 4 нити. Так, вот мне осталось довязать. Я 2 петли довязываю, одну оставляю, маркер снимаю, эту петлю возвращаю на место и провязываю 2 вместе лицевой, ой, вернее, 2 вместе изнаночной. Смотрите, значит, вот эта петля у меня последняя петля средней части, это первая петля боковой части. Я провязываю их 2 вместе изнаночной петлей и поворачиваю вязание. То есть я буду сейчас вязать только середину. Дальше вяжу среднюю часть до нашего маркера. Довязываю петли до маркера. Значит, у меня от средней части остается одна петля. Я ее снимаю вот таким образом. Маркер убираю. И здесь я провязываю 2 петли лицевой за заднюю стенку. Подтягиваю хорошо и поворачиваю. Мы связали 2 ряда. Теперь вяжем 3-й ряд. Снимаю первую петлю и вяжу до одной петли. Это у нас 3-й ряд. Так, довязываю, не доходя одной петли, вот до конца. Вот мы видим, да, здесь укороченные ряды. Первую, последнюю петлю центральной части, первую петлю боковой части провязываю 2 вместе изнаночной и поворачиваю на изнаночную сторону. Провязали 3 ряда, сейчас будем вязать 4-й ряд. Первую петлю снимаем и вяжем до вот этого момента. Довязываем. Это у нас изнаночная сторона. Мы делаем присоединение. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Поворачиваем на лицо. Значит, сейчас вяжем 5-й ряд. 5-й ряд. Первую снимаем. Вяжем 24 петли. Так, провязали. Это лицевая сторона, здесь присоединение, делаем 2 вместе изнаночной. Вот. Центральная петля и боковая петля. Хорошо подтягиваем, чтобы здесь не было отверстия. Переворачиваем. 6-й ряд. Вяжем 6-й ряд. Первую снимаем. И 23 петли вяжем лицевыми петлями. Так, довязали. Опять делаем присоединение.
2 вместе лицевой. Так, мы провязали 6 рядов. У нас потихоньку идет формирование макушки. Сейчас мы будем вязать 7 ряд следующим образом. Первую кромочную снимаем, 2 лицевых, а затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Мы будем делать убавку средней части. Далее вяжем до того момента, пока у нас на спицах не останется 5 на спице, вот на средней части не останется 5 петель. Так, 2, 4, 6. Так, вот таким образом. Здесь мы 2 петли переодеваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше мы провязываем 2 лицевые и последнюю петлю мы делаем присоединение с боковой частью. Значит, вот эти 6 рядов мы будем повторять, пока у нас все петли боковых частей не закончатся. То есть 6 рядов, 6 рядов. Каждый 6-й или 7-й ряд у нас будет убавка. Все время убавки делаем только в лицевом ряду. Либо в 6-м, либо в 7-м. Вяжем самостоятельно. Итак, мы довязали серединку. Сделали присоединение боковых частей и убавки. Видите, вот линии убавок вот идут вот здесь и вот здесь. Очень аккуратно смотрится. У меня осталось 9 петель от средней части. Вот посмотрите, так чепчик выглядит сзади, вот так он выглядит впереди, и вот так он будет выглядеть сбоку. Вот. Связали мы чепчик, и теперь мы перейдем к обработке низа чепчика и к вязанию завязок. Значит, этот процесс будет непрерывный. То есть мы начнем вот с этой стороны, да, с левой стороны чепчика. Сначала мы свяжем завязку для чепчика, затем мы будем обвязывать низ, вяжем вот серединку, обвяжем и перейдем к правой стороне чепчика и закончим завязочкой. Я набрала 3 петли обычным способом на спицу номер 3,5 и начинаю вязать айкорд. Передвигаю на правую сторону спицы и провязываю все петли лицевыми. Вновь передвигаю на правый конец спицы и опять провязываю все петли лицевыми. Подтягиваю нить, вновь передвигаю свое вязание на правый конец спицы и провязываю лицевыми петлями. Уже видно, что получается у нас шнурочек. Делаем такой шнурочек длиной где-то 20-25 сантиметров. Вот так вот. И встречаемся для обвязки низа. Итак, я связала айкорд длиной 25 сантиметров. Теперь я буду вязать айкорд и обвязывать низ. Значит, для этого мне нужно поднимать петли по краю чепчика, по нижнему краю чепчика. Значит, вот это мы берем левую сторону чепчика. И, значит, вот здесь вот в каждую петлю, начиная с самой первой, да, где вот у нас выходит вот эта вот ниточка, мы будем поднимать петлю на спицу. Так, я подняла петлю, на правый конец передвинула вязание и продолжаю вязать также
То есть я вяжу 2 петли лицевые, а третью и четвертую я свяжу 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот так. Дальше за 2 полупетли я поднимаю для того, чтобы у меня прочно здесь была обвязана очень. И опять передвигаю на правую сторону. Дальше опять беру за 2 полупетли, вытягиваю петельку, передвигаю, провязываю, 2 петли провязываю, третью, четвертую я провязываю 2 вместе лицевой. Так, и вот здесь, и здесь у меня уже заканчивается резиночка. Провязываю, передвигаю на правый конец, провязываю. Вот таким образом. Все, резинка кончилась. Теперь я буду делать, значит, в следующий я еще вхожу, значит, тоже вытягиваю петлю и провязываю точно так же. У меня здесь нитка немножко расслаивается, ну надо просто быть внимательным. У меня в 4 сложения. Так, я провязала. Значит, следующую петлю я пропущу для того, чтобы у меня низ чуть-чуть был более стянутым. И следующую вот через одну петлю я, то есть следующую пропускаю через одну петлю. Я точно так же подниму петельку и провяжу ее таким же образом. То есть 2 лицевых я провяжу и третью, четвертую я провяжу 2 вместе лицевой. Вот. У меня идет аккуратная обработка низа вот. Из изнаночки и с лица. Дальше я провязала одну петлю, подняла, да? Затем я поднимаю вторую петлю, провязываю. Две провязываю лицевую и 2 вместе лицевую. Третью я тоже поднимаю. Вот таким образом. И провязываю. Четвертую петлю, вот она, я пропускаю. И сразу следующую петлю в кол. И это у меня будет опять первая петля. Я буду считать 1. Провязываем также, затем 2, вторая петля, провязываем также, третья петля. Провязываем также. Четвертую петлю вот я пропускаю, и вот со следующей я опять буду считать заново. Провязываю петли, один,
1 петля, 2 петля. Третья петля. Четвертую пропускаем и делаю вкол следующую. Это опять у нас будет первая петля. Так. Значит, вяжу вот до этого момента. Потом покажу, как будем вязать. Дошла я до середины. И теперь мне нужно будет по одной петле. Так. Вот это я на изнаночку переведу. Значит, я буду здесь снимать по одной петле. Здесь провязываю, вот середину провязываю все петли подряд. Так, чтобы у меня они не соскальзывали, я вот сделаю таким образом. Так. И также провязываю. Первую петлю провязываю. На правый конец спицы я передвинула. Первую, вторую, а третью, четвертую я провязываю 2 вместе лицевой. Дальше. Опять мне нужно снять одну петлю. Здесь 9 петель у меня. У вас может быть другое количество. Опять передвигаю. На дальний конец, на правый конец спицы и опять провязываю таким же образом. И третью и четвертую провязываю вместе. И покажу еще одну также петлю. Третья петля. Провязываю, передвигаю на правый конец спицы и провязываю их аналогичным образом. Вот что получается. Мы закончим всю середину и встретимся вот здесь. Значит, серединочку мы присоединили. И теперь мы будем вязать точно так же, да, поднимать петли, 3 петли поднимаем, четвертую пропускаем. Вот это будет первая петля. Провязываем. Вот это будет вторая петля у нас. Вот это будет у нас третья петля. А четвертую мы пропускаем и сразу вот сюда вводим следующую. Она у нас будет считаться первой. Вяжем так до резинки. В области резинки мы каждую петлю поднимаем и встретимся мы вот здесь. Вот. Полностью край мы обвязали, нижний край. Сейчас мы будем вязать айкорд, завязочку, такой же длины, как и левая завязочка. Вот. Вяжем самостоятельно. Вот у меня сейчас 3 петли на спице. Обратите внимание, что я вот здесь вот набираю вплоть до последней петли. И здесь вот начинаю прямо вплотную с первой петлей. Для того, чтобы у меня вот здесь все аккуратно было. Вяжем айкорд на 3 петлях. Связали чепчик, связали завязки.
обвязали низ. Вот посмотрите с изнанки. Вот так с лица. Теперь нам нужно спрятать все нити. И мы приступим к вязанию ушек.